Всем привет! Сегодня у меня огурчики корейские, да обалденно вкусные. И для приготовления мне моих огурчиков нужно килограмм молоденькой моркови потереть на вот эту китайскую терочку. Я вам хочу сказать, самое трудное здесь это потереть на вот этой терочке. Добавляем чесночок 3-4 зубчика. У меня 5-6 ушло, потому что чеснок у меня тоже китайский. В Украине же не выросло ничего. Добавляем приправу для моркови по-корейски, украинского производства. И добавлю еще немножко приправы для шашлыка. Хочу шашлыка, подумала я. Немножечко налью, 30 грамм растительного масла и хорошенько-хорошенько перемешиваю. Разрезаю огурцы на вот такие замечательные восьмерочки. А можно и не восьмерочки. Просто, друзья мои, режем крупно, так как нравится вам. Я режу вот так. Легким движением руки, пожалуйста, высыпаем наши огурчики в корейскую морковочку, прекрасно перемешиваем и подаем к столу. Уверена, что на вашем столе только этих вкусных огурчиков и не хватает. Друзья мои, приготовьте, пожалуйста, и вы. А я говорю вам до свидания, до новых встреч на моем канале.